Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Беливикс, и юбилейная 5-я посылка с куклами Monster High и Ever After High из Америки. И открывают эту посылку 3 новые куклы из Ever After High. Это Poppy O'Hair из серии Fairies on Ice, Duchess Swan и Эшлин Элла. Серия называется Fairies on Ice, или же Феи на льду. Коллекция приурочена к маленькому веб-эпизоду, который можно посмотреть на русском языке. В этой серии куколки получились довольно милыми и нежными. Теперь идет новый сет Персефоны и Мелодии из серии Will and Where Cats, или как переводится, поездка кошек. Хотя я называю эту серию каталы-обманщицы. На очереди у нас очень уж тяжелый сет с Raven Queen из серии Way to Wonderland, или же Дорога, или Путь в страну чудес. Коробка огромная, мне кажется, я сейчас упаду вместе с ней, и кажется, сейчас будет ой-ой-ой, как плохо все. Думаю, многие уже посмотрели этот замечательный мультик, в котором иверяшки отправляются в школу страны чудес. Делитесь своими впечатлениями в комментариях, мне будет очень интересно почитать. На десерт я вам оставила двух ванильных куколок из Ever After High. И первая — это Купидон CA Cupid из серии Heartstruck. Без ума от любви или удар в сердце, ну или же разрушитель сердец. Как вам удобнее, так и говорите. Скорее всего, коллекция предназначена лишь для нее одной, точно так же, как Date Night. На официальном сайте Ever After High уже вышел эпизод, который называется «В самое сердце». В нем рассказывается о неловкой ситуации, когда Кьюпид снова обронил свой лук и стрелы, которые взял Хантер Хансман, и ему пришло в голову пострелять из этого самого лука. Дизайн коробки немного изменили. Вместо плоской макушки коробка сделана с выпуклым пластиковым сердечком, которое опирается на корешок книги. Надо сказать, что весьма интересный подход к сердечной серии. Кукла очень необычная, но из-за того, что у нее есть крылышки, она похожа на феечку Винкс. Ну, я думаю, вы уже все прекрасно понимаете и догадались, какая же следующая куколка. Это Йопл. Apple, все, вспомнила. Apple White из серии Royally Ever After. Аплодисменты. Эта куколка стала сюрпризом для тех, кто полюбил образ героя Apple White. На Apple одета корона, у нее есть прекрасный золотой ворот, и к куколке идет также золотой скипетр с красным яблочком внутри. Ну и как же настоящие реснички? Они также присутствуют и выглядят просто чудесно. Примерно неделю назад к нам пришла еще одна куколка, и это великолепная подруга, или же Gorgeous Ghoul Beast Freaky Friend. Куколка ростом 28 дюймов, или же 70 сантиметров. Куколка приятно удивила не только ростом, но и количеством аксессуаров в наборе. Эта огромная монстряшка сочетает в себе качество головы для модных игр, то есть анти-стайлинг хэд, обычной куклы и деталей от Inner Monster. Вот мы и распаковали посылочку. Надеюсь, вам было интересно и вы радовались вместе со мной. Я очень рада всем моим новинкам и хочу поскорее снять на них обзоры. Жду ваши комментарии, на какую куколку вы бы хотели обзор, а может быть и на плейсет. Пишите в комментариях. Не забудьте следить за новостями моего канала, моей странички и группы ВКонтакте, а также моего Инстаграма. Все ссылки будут в описании под видео, а также в шапке на главной странице канала. Я вас всех люблю! Be cool and crazy! Пока!